Привет, я Ваня. Сегодня я рисую BMW. Рисуй со мной. Возьмем карандаш и белый лист бумаги и рисуем BMW. Я не знаю, какой модели, но он должен быть крутой. Из-за этого я рисую два таких кружочка и таких овала, можно сказать. Это решетка радиатора, известная для BMW. Такие вот штуки. Что-то мой фломастер перестал писать. Другой возьмем. Так, нарисовали. После этого мы рисуем фары. Нет. Потом вниз спускаемся и рисуем такую линию. Одну линию, вторую линию, третью линию. Вот тут. Вот так вот. Примерно так получается, да? Это, я не знаю тоже, что это такое. Тоже, наверное, какая-то решетка. Может, решетка бампера. И здесь их дорисовываем вот таким штукой. Вот такой вот. Они похожи. Раз, два, три. Здесь можно палочки написать. Отлично. Теперь нужно поднять вот такую штуку отсюда сюда. Получается такая вот трапеция перевернутая. После этого мы поднимаем сюда вверх и вбок. И сразу сюда и сюда. И получается, что фары где-то вот до сюда у нас будут. А здесь уже дальше идет. Да? Теперь фары рисуем. Фары, конечно, важны BMW. Они такие красивые. Такие острые, такие глазки. Я даже не знаю, как это назвать, но такие здоровские. Прям, мама, не горюй. Всем мальчишкам и взрослым, и маленьким нравится. Рисуем кружочки. Я сегодня такой простой рисунок пытаюсь нарисовать, чтобы вы смогли его хотя бы немножко повторить. И у вас тоже был бы классный BMW, даже если вы не можете его позволить, потому что машина дорогая. Ну ничего страшного. Каждый может свою мечту исполнить. Здесь я рисую линию. Это что же такое? Это капот. Вот здесь капот, а здесь перед, да, бампер такой получается. Бампер и капот, он примерно одинаковый. Здесь можно полосочки нарисовать, вот так идет. Так, теперь продолжим здесь. Здесь нарисуем такую линию, вот такую, вот так вот. Раз, ровную линию. А здесь уже вот отсюда пойдем вниз и вниз. Вниз и вниз. Теперь идем вправо вверх, вправо вниз. Получается такой изгиб. Здесь можно довести какие-то здесь изгибы. Есть нарисуемых изгибы. Какие-то палочки нарисуемых. Теперь стекло. Стекло лобовое вот тут у нас идет. Вот отсюда до сюда. И вот так оно идет. Наверное, вот так соединяется. И здесь соединяется. Ровненько все получилось. Нужно такую симметрию все-таки держать, стараться. Здесь вверх и крышу рисуем, крышу. И даже я знаю, там что-то сверху может быть есть, например, лючок какой-то. Лючок есть, сюда идем и здесь вот так делаем. Здесь, сюда и сюда. Угу. Получается здорово. Теперь нужно заметить, вот здесь мы спустили здесь и бампер, нет, багажник нужно нарисовать сюда и сюда. Отсюда, вот сюда и сюда. Если я немножко перекосил, уж извините. Так, здесь сюда и сюда и сюда. Сюда, сюда и сюда. Хо-хо, это здоровская, но сложная штука рисования BMW. Так, нарисуем. Теперь давайте сразу нарисуем колеса. Колеса у нас вот такие, вот отсюда они выходят. И сюда идут. Вот здесь лучше нарисовать такую линию. И колеса. Сзади они, наверное, такие же. Здесь же идут такие колеса. Задние колеса здесь не видны. Здесь можно нарисовать номер. Если у вас есть номер, пишите его. Здесь полосочки. Классные полосочки. Нужно, конечно, ничего не забыть. Но если я чего-то забыл, ничего страшного. Здесь и, наверное, я забыл нарисовать зеркала. Зеркала нужно нарисовать похожие друг на друга. И это, конечно, с первого раза вам может быть сложно нарисовать. Но вы уж постарайтесь. У вас, я думаю, что-то да получится. Здесь руль рисуем. Кресло. Подголовник. Еще одно кресло. И еще один подголовник. Отлично, такая немножко кривоватая машина, но все же получилось. Теперь можно маркером основные моменты выделить. Тогда ваша машина и рисунок будет
более твердый. Твердый я это называю для того, чтобы вы могли понять, что он теперь будет выделяться. К примеру, он весь одним цветом нарисован, но все-таки толщина линии отличается. Здесь потолще, здесь потоньше. И тогда она будет более крепкая стоять, и будет видно, что это машина. BMW. Так, так, так. Наверное, можно здесь подвести. Некоторые линии можно выделить. И постарайтесь выделить по своему желанию. Мне кажется, это интересно. Вот именно по своему желанию выделять линии, как вы хотели бы подчеркнуть вашу машину. Здесь можно нарисовать еще такие штуки. Здесь колеса, конечно же. Колеса можно тоже заштриховать. Не знаю, буду ли я сейчас раскрашивать ее, еще не решил. Наверное, я немножко, может быть, ее подтяню черным цветом. Может быть, совсем немножко, чтобы видно было, что вот здесь. Здесь я забыл такие кружочки еще, фары какие-то нарисовать. Теперь я черным цветом подтяню вот здесь. Здесь. Самые основные, тогда уже она точно похожа будет на BMW, моя машина. Даже если она не очень похожа в начале получилась, и сейчас она становится прям очень похожа. Здесь решеточку немножко, сам значок и фары. Фары. И я думаю, если у вас есть простой карандаш, и вы любите простым карандашом что-то штриховать, здесь тоже можно хорошо заштриховать простым карандашом, будет тоже здорово. Я все-таки сейчас масляной пастелью работаю, немножечко грубовато получается. Но мне кажется, можно сделать немножко и получше. Так, чтобы совсем уж было хорошо. Ребят, сегодня такой простой, урок, но мне кажется, BMW популярность имеет большую, и вероятно, вам захочется нарисовать тоже такой же BMW. Немножко он у меня такой кривоватый получился, но все-таки я рисовал так с первого раза. Спасибо, что смотрели ролик до конца. Рисуйте, у вас обязательно получится. Если не получается, рисуйте карандашом, стирайте и еще раз рисуйте, и у вас обязательно все получится. Спасибо и до новых встреч. Пока-пока.